Петрикове в этом году ко Дню независимости проведут масштабное благоустройство. Об этом сообщил председатель облсполкома Владимир Дворник во время приема граждан в Петриковском райисполкоме. Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжается практика комплексного благоустройства городов и районов, а приведение в идеальное состояние Петрикова, как и в целом Полесского края, поручение президента. Новый облик обретут объекты сферы медицины, образования, культуры, спорта, коммунального хозяйства, дороги, улицы и многое другое. Перспективы благоустройства райцентра обсуждались на личном приеме. Озвучивались также вопросы реконструкции гостиницы, проведения газового отопления, а также трудоустройства и развития малого бизнеса. Предпосылок для мощного паводка в Беларуси нет. Об этом заявили представители регионального управления МЧС. Гомельская область традиционно на особом контроле. Мониторинг паводковой ситуации МЧС совместно с гидромедцентром ведут круглосуточно. В некоторых регионах уровень воды в реках приближается к опасным значениям. Службы МЧС готовы к любому развитию событий. Для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ созданы сводные отряды, которые оснащены необходимыми техническими средствами и оборудованием. Определены места для возможного расселения людей с подтопленных территорий. Число занимающихся физической культурой и спортом в Гомельской области по итогам 2018 года превышает 330 тысяч человек. Почти четверть от общего числа жителей региона. Этот показатель на 6,5% выше, чем в 2017 году. Как сообщил на итоговой коллегии управления спорта и туризма облсполкома начальник управления Денис Езерский, в прошлом году в области провели более 3000 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Загрузка спортивных объектов почти 100%.